Вот здесь в этом году уже прошли торги на спортивную площадку. Баскетбол, волейбол, теннис, даже мини-футбол – все на одной площадке. Такой современный многофункционал для Кусака – явление небывалое. Слов «не бывать» боятся в этом селе. Делу, как показывает практика, может быть труба. Вот эта труба – наследие аварийного 2018-го, когда поселок перемерз, теплосети меняли в 40-градусный мороз, время на обводные пути не тратили. С тех пор труба прямо поперек стадиона. Эта труба практически повторяет путь прежней теплотрассы, только идет она напрямую от котельной к тем домам, которые замерзали в январе 2018-го, когда в Кусаке ввели ЧС. Прокладывали трубу как временную, но спустя 2 года она все еще здесь. А пока в селе один вид спорта – бег с препятствиями. Смешает сильно? Нет, наоборот, перепрыгиваешь. Да нет, шучу, конечно, мешает. А вы только бегом занимаетесь или еще чем-то? Просто у вас собирается волейбольная площадка? Да, здорово, футболом занимался раньше. Поэтому будет здорово, конечно. То есть запрос у людей есть? Да, желающих будет очень много. В этом уверен и глава Кусака Виктор Палкин. Говорит, делать площадку недолго, ее можно построить к октябрю. Главное начать, но вот труба. По контракту программы поддержки сельских инициатив сельсовет должен подготовить участок под строительство, выкорчевать деревья, снять грунт. Но как работать техникой, чтобы и задачу выполнить, и трубу не переехать, глава не представляет. Мы обращались в районную администрацию с письмом, приезжали специалисты. Посмотрели, но пока еще ответа нам не дали. Мы просим демонтировать вот это временное сооружение и сделать его как положено, как оно идет по межевым планам. То есть по периметру стадиона, где она прежде и лежала на подпорках. Вот только в районном комитете ЖКХ пояснили, новая траектория теплотрассы уже давно в схеме теплоснабжения. Трубу уже не перенести, да и незачем. Эта труба... Она никоим образом не мешает въезду, не препятствует, чтобы заехала техника. Забор есть, да? Снять 2 пролета, демонтировать забор, и все, и можно заезжать технике хоть какой. Если будет какое-то благоустройство стадиона, да, вопросов нет, тут уже будем на месте решать. Но пока на сегодняшний момент я проблемы не вижу. Проблема – это жители Кусака, которые через эту трубу 2 года перешагивают и перепрыгивают. А спортплощадка – отличный повод, наконец, решить проблему. Но власти мыслят бюджетом. На спуск пары сотен метров трубы нужно 350 тысяч рублей. На это денег в районе нет. Выходит, если этот вопрос глава сельсовета не решит самостоятельно, спорту так и будет труба. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.